поселок Большевик, Ипатовский район. Это вот все советское наследие, дворец культуры. Это горлица птички. Что-то похоже, как на кукушку. Вот такой вот дворец культуры. Вот я что заметил, чистота. То ли люди не мусорят аккуратные, то ли кто-то подметает здесь, не знаю. Я ни одной бумажки не видел. Молодцы. Поселок такой городского типа. Детская площадка. Там вот Фортуна магазин. Хороший, ухоженный такой городок. Это я вторую часть делаю. Первую я там рассказывал. Заброшенные здания, которые и спортзал. Это в первой части, смотрите, моего ролика. А это я продолжение делаю. А вот там Сбербанк. Там котельная рядом. Вот дворец культуры сбоку. Детская площадка на той стороне, там тренажеры, мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Ну вот этот, говорят, универмаг уже кто-то выкупил. Может быть, и что-то тут сделают. Но, конечно, для советской власти здесь был универмаг большой. Товары продавали еще. И вот такие тут двухэтажные дома. Виноград сейчас у них. Цветы кругом посаженные. Ну, в общем-то, знаете, приятный городок. Везде асфальт. Мусорка находится от домов, конечно, далековато. Я так понял, что в одном месте. Вот так я не видел где-то мусорные контейнеры. Вот один сзади вот, вот этого универмага туда. Ну, видите, дружно люди ходят и пакеты выбрасывают туда. Никто не мусорит. Чисто. Чисто везде. Молодцы. Это не Кисловодск, где люди, как свиньи, бросают. Это вот улица Ленина называется. Вот такие дома. Значит, еще раз повторяю. Здесь находится предприятие «Старопольская говядина», вот, которое неплохо сейчас развивается. 4 года, как они работают. У них мясокомбинат в Ульяновке. Фермы современные строятся, расширяются в Ульяновке. Это возле Минвод, там мясокомбинат Старопольская говядина. Там же находится в предгорном районе ферма номер 2, которая там скоро уже 3000 голов будет. Здесь тоже фермы. Вот, так что крупный рогатый скот содержится в нормальных условиях. Все культурно, все красиво. Вот такие, видите, тут панорама. Это улица Советская. Вот я гаражи. А вот там в конце мусорный контейнер. Может быть, один на весь городок, не знаю. Но видите, как, ну, все чисто кругом. Молодцы. Вот так Ипатовский район живет. Тишина, покой.
Вот. Свежий, чистый воздух. Там в другой стороне частный сектор. Это вот городок таких вот двухэтажных домов. Видите, везде чисто. Цветы, запах. Ну вот такая красота. Прогулялись мы по части небольшой, по центральной части поселка Большевики Патовского района. Крокодил Ставрополя в Ипатовском районе. До новых встреч!